Всем привет, это канал RFM. Ребят, я не накрашенная, поэтому снимаю каю. Я хотела спросить мои подписчики, которые тоже ведут канал. Ребят, у вас YouTube не глючит второй день? У меня снимаются просмотры. То есть вот только что было 96, обновляешь страницу 70. Лайки остаются, комментарии остаются, все остается. Смотришь в реальном времени, тоже вроде бы просмотры не убираются, но на самом деле цифра стоит меньше. Я вчера думала целый день, что просто вот вроде бы высокие просмотры за вчера хорошие, а по новым видео совсем мало. Я не сообразила, я сообразила сегодня, когда я смотрю, что у меня только вышло видео, ну там только через пару часов смотрю 56 просмотров, обновляю 11 и при этом 19 лайков. Ребят, если замечали такое, отпишитесь в комментариях, что мы не одни такие. А то как-то мне уже нехорошо, может, я Ютубу перестала нравиться с Ливсиком. Спасибо за ваши ответы, за просмотры. Счастливо!